Я ничтожество, но я в этом прекрасен. Связана мне будто бы алмазы. Где же мой разум? Разбитый, как ваза. Печенья скука. Почему же я вчера пропала из сторис и ничего весь день не снимала? Потому что у меня вчера было очень плохо морально. Да, и еще меня почему-то блевало. Еще заболела Милли, у меня не было времени что-либо делать. На данный момент Милли нормально, она пытается сломать свою кровать, чтобы спать на моей кровати. Вот такие вот дела у нас. Ну а сегодня можете вот здесь рассказать свои самые постыдные истории, которые случались у вас в жизни, и самые такие необычные и ржачные я выложу в сторис.